Эй, ты! Чего надо? Я по поводу объявления. Кажется, у вас неприятности с каким-то чудовищем. Неприятности? Эх, ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончают, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как. А они не вернулись. Дело такое. Принесешь мне башку этой манды, получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через Понтер перейти. Ну так как, по рукам? Неплохое предложение. Посмотрю, что можно сделать.